Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! В сегодняшнем видео мы будем с вами готовить пирожки с картошкой. Почему именно этот рецепт я хочу вам порекомендовать? Ну, как бы знаете, что мы есть бюджетные такие изготовления, каких-то там рецепты, есть что там по максимуму продуктов. Вот этот вот именно бюджетный такой рецепт теста. Откуда мы его нашли? Ну, как бы у нас есть бабулька, соседка, у нее там все как бы, ну, скажем так, не очень хорошо с бюджетом, и она на всем экономит. И вот я как бы я готовила тесто для своих пирожков, ну, что как, что там нету, и молоко там, и масло, а вот бабулька делает тесто. Вот тут все нужно: мука, немножечко сахару, вода, дрожжи и соль, и все. И самое интересное, получается точно такой же по вкусу пирожки, а даже может быть и лучше. Поэтому предлагаю вам сготовить тесто и сделать пирожки вот именно по этому рецепту. Вот мы насыпали муку. Теперь добавляем сахара. И сколько чего насыпать мы будем, я вам тогда напишу под видео. А пока просто сам процесс. Сейчас мы замесим тесто и поставим его подниматься. И пока она будет подниматься, мы с вами будем готовить начинку для наших пирожков. Обязательно все ингредиенты перед тем, как вылить воду, мы хорошо перемешиваем тщательно. И потом добавляем воды. Вот мы сейчас тесто наше поставим в теплое место, и как оно поднимется, будем делать пирожки. Теперь мы от поднявшегося теста отделяем кусочек, из которого мы будем делать пирожок. Стол мы предварительно смазали, посыпали мукой. Ну, вот у меня будет достаточно такой. Вы можете какую угодно форму ваших пирожков. Сейчас я теперь картошку сюда кладу и скрепляю наш пирожок. И сейчас положу. На противень кладу этот пирожок. Тоже он в противень посыпан мукой. Вот теперь мы наши пирожки ставим в духовку. Минут на 20-30 при температуре 200 градусов мы наши пирожки будем выпекать. Ну и там будете смотреть. Если не поджарились, не подрумянились, то можно побольше. Если слишком подрумянились, можно поменьше. Ну вот сейчас посмотрим, что у нас получится. Вот такие у нас румяные пирожки получились. Теперь сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте видео и до встречи.